Опытом по оценке чистоплотности дисциплины госслужащих с Казахстаном готова поделиться Франция. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу заявил посол Европейского государства в Казахстане Франсис Сетьен. Стаж работы и наличие характеристики от бывшего руководителя должно отойти на второй план, считает господин посол. И отмечает, что внедренный в нашей стране новый формат аттестации – хорошая практика, однако от французской методика отличается. Во Франции есть такая практика, как оценка или аттестация на 360 градусов. То есть, если взять, например, меня оценивают мой руководитель и мои коллеги. Но это все проходит анонимно. Я не знаю, кто как оценил, и по результатам этой оценки меня повысят или понизят.